Здравствуйте, уважаемые товарищи, я вас рад приветствовать на своем канале. Это мой друг Виктор. Да, как вы помните, я приобрел мотик Yamaha UBR-125 зимой фактически. Вот, и у меня не было каски. Вот мы сейчас решили, выбрали такую самую, блин, дождливую погоду. Короче, поедем, купим шлем. Вот, будем покупать что-то самое дешевое, наверное, даже без защиты подбородка, поэтому сильно нас не критикуйте. Вот, потом приедем в гараж, я вам покажу еще раз мотик и покажем шлем, ребят. Ну, шлем в магазине, наверное, покажем, так что поехали. Вот мой пепелац, он нормально перезимовал, у него диски не покрылись ржавчиной, ну, чуть-чуть здесь он запылился, конечно же, в гаражике. Вот, смотрим цепь, вот, все нормально. Вить, смотри, я купил, короче, масло, вот такое, как рекомендовали эти опытные гонщики. Матюль 500, вот это вот. Ну, понятно, крутое, да, масло. Да, но мы, получается, обкатаем чуть-чуть на этом, есть, разогреем его, прокатим чуть-чуть, масло сольем и добавим туда уже новое масло. И еще купил, короче, керосина для промывки цепи. И купил вот такую вот китайскую спрей-маску для смазки цепи. Не знаю. Здесь что-то тюбик 400 мл, я думаю, пройдет такая. Короче, ладно, мы поедем, мы никак с гаража не можем уйти. В общем, съездили мы с Виктором в магазин, друзья. В магазине что-то мы в кипише ничего не снимали. Вот, и изначально ехали купить шлем. Вот, смотрите, картинку. Открытый полностью, с визором, за что-то на пределах 5-5,5 тысяч рублей. Потом начали мерить. Долго я сомневался, какой размер. XL или 2XL или L-ка, вообще у разного производителя там своя линейка. В итоге нам продавец посоветовал купить шлем чуть-чуть другого типа. Называется он, я не знаю, не судите нас строго, товарищи мотобратья, мы в этом дилетанты. Я даже не знаю, как правильно называется модель это. Onel как-то, или что я? Onel, я его знаю, короче. Вот. Он, естественно, новый. Сейчас мы его откроем, я вам, ребят, покажу, что. Изначально мы нашли шлем в пределах 9,5 тысяч рублей. Вот. Мерили, сомневались с размером, но потом, когда подошел консультант, выяснилось, что в этом шлеме нет защиты от солнца. Вот этот визор, который сверху опускается. Пробку уберу в сторонку, пока вот так вот. И раз, два, три. Вот такой, ребят, шлем мы купили. Расцветка. Ну, мне нравится расцветка, такой зелененький цвет прикольный. Вот так вот он выглядит. Вот так вот он сверху выглядит. И, наверное, вам интересно посмотреть, что внутри. Вот внутренняя часть, как выглядит. Вот, естественно, я сейчас его надену и покажу вам, как он выглядит внутри. Так, напяливаем. Ну вот, вид внутри. Меня слышно, нет? Открывается визор. И где-то здесь есть кнопочка, можно сделать так, чтобы опустилась защита. А как это сделать? О, да, вот так. Все, я похож на этого, на призрачного гонщика. Нормально, ну, в принципе, чуть-чуть грязновато. А, ну это не грязновато, здесь защитная наклейка наклеена. Вот. И также она убирается. Как нам объяснил продавец-консультант, особенность этой модели заключается в том, что, ну, она более качественно сделана, и здесь по периметру стоит уплотнительная резинка, когда защита опускается вниз, ну, меньше проходит сюда воздух, вот, шумоизоляция, короче, у этого шлема лучше. Вот. Ну, в принципе, мне в нем комфортно. Вот. Будем пробовать вставлять сюда микрофон, потому что я планирую несколько роликов записать. Ну, чтобы звук писался прямо из шлема изнутри. Вот. Ну, а так, в принципе, шлем-то приобретается не для того, чтобы звук записывать, а чтобы мозги остались целые при падении. Вот. Ну, вот, короче, вот как-то так. Пишите. А модель написана? Модель здесь... Ну, я не могу прочитать. Он не ау как-то. Он не ау. Может, по-русски что-нибудь написано здесь, я не знаю. По-русски ничего не вижу. Здесь все на английском. Челленджер, наверное, модель. Да, модель Челленджер, но фирму я не знаю как. О'Нил. Или О'Нил.
Ванил, наверное, правильно. Короче, не судите нас строго, ребят. Я просто в этой теме совсем, ну, вообще новичок. Это вообще первый мой в жизни шлем, ребят. Первый я купил шлем. Вот. Ну, надеюсь, он мне будет служить. Здесь вот видна вентиляция тоже сзади. Ну, вообще, как бы, если вы меня спросите из тех шлемов, что я сегодня в магазине подержал, в принципе, ну, мне нравится, как он, ну, по качеству сделан. Здесь все достаточно добротно, и он не похож на какой-то китайский ширпотреб, который берешь в руки и сразу от него возникает отвращение. Здесь такого нету. Вот я вам еще раз покажу вот в таком виде. В общем, друзья, у нас на этом все. Все, что мы сегодня захотели сделать, мы выполнили. У нас была сегодня задача минимум купить шлем мотоциклетный. Купили мы его. Кстати, мы не сказали, за сколько купили шлем. Не сказали. Мы купили его за 15, что-то 500 примерно, по-моему, да? Примерно так, 15 тысяч рублей. 15 тысяч рублей. Ну, там 15 тысяч рублей с копейками. Нам сделали скидку, пацаны в магазине. Мы им за это рады. В принципе, как нам сказали, сейчас такой шлем по стране стоит порядка 18 тысяч рублей. Поэтому мы еще, наверное, его вовремя купили. Вот, короче, ребят, выпуск видео мы продолжаем, возобновляем, скажем так, в старом режиме, то есть хобби не запускаем, новые серии будут выходить. И не забывайте, что в связи с ситуацией с YouTube мы продублировали канал на Яндекс.Зен. Подписывайтесь обязательно на него, я на всякий случай под видео оставлю ссылочку на этот канал. Вот. Ну а так, на этом пока все, спасибо за просмотр, пока!